Они на тротуарах, во дворах и даже на газонах. Транспорт, припаркованный не там, где это положено, стало самой настоящей проблемой в нескольких районах республиканской столицы. Целью оценить ситуацию, выработать предложение по ее регулированию, специальная межведомственная комиссия, организованная мэрией и городским ГИБДД, провела объезд по адресам с наибольшим количеством жалоб на нарушение правил парковки. Ахмат Халкечев подробнее. Создание специальной межведомственной комиссии инициировало руководство городского отдела ГИБДД. В ее составе представители госавтоинспекции и дорожного надзора мэрии Черкесска. Цель – на месте оценить ситуацию и поиск путей по решению проблемы незаконных парковок автотранспорта в местах, не предназначенных для этого. Ежедневно мы получаем большое количество обращений граждан по нарушениям по парковке автотранспорта в местах, где не предназначено для этого. Больше всего любителей оставлять свой транспорт не там, где это положено, а там, где удобно, комиссия выявила на главной транспортной артерии республиканской столицы по проспекту Ленина. Но и по другим адресам ситуация немногим лучше. Каждый случай индивидуален, и подход к решению необходим соответственный, отметили участники комиссии. Проблему острой нехватки парковочных мест в городе признают и представители мэрии. Как поведал начальник отдела транспорта и безопасности дорожного движения мэрии Черкесска Мурат Кушхов, городская администрация и впредь продолжит работу по увеличению зон для парковки. В приоритете будут территории, где имеются социально значимые объекты. Работа будет продолжаться преимущественно на тех участках автомобильных дорог, которые включены в список капитального ремонта. Центральные перегруженные улицы будут рассматриваться в первую очередь. В прошедшем году в республиканской столице были реконструированы более 10 улиц. Практически на всех территориях, где производился капитальный ремонт, были добавлены новые парковочные места. В общей сложности только за 2020 год в городе появились свыше 100 новых машиномест. Ахмат Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаево, Черкесия.